裁てめえのことじゃねえかさばくのは俺のスタンドだ Погнали. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Крюга ТВ. Сегодня поговорим о такой, возможно, для кого-то уже легендарной и предметом многих споров машине ис 1 В свое время он был не очень, потом произошли изменения в игре, довольно обширные, серьезные, и вот на данный момент можно смело сказать то, что он вполне себе играбелен. И я даже больше скажу, на нем играть в принципе хорошо на данный момент. Это не значит то, что он имба. Ни в коем случае, поскольку у него есть свои слабости, и они никуда не делись, поскольку саму машину-то, по сути, и не трогали, он как был в некоторых эм, аспектах неудобным, так и остался. Речь только о том, с кем он теперь встречается, собственно, как он с ними справляется, и как, в принципе, вот его место в игре изменилось. Вообще, самое главное, в чем плюс ИСа первого, это его орудие. Точнее, по сравнению с ИСом вторым, это как бы и недостаток, и, с другой стороны, преимущество, поскольку перезарядка быстрее, а за броневой и так неплохое, но все-таки пробитие поменьше, это вам не 122 миллиметровый дрын. И это, собственно, такая бескомпромиссная пушка, которая в своей сути имеет все, что нужно для здорового геймплея, для нормального человека. Человека, как говорится. У нас есть бронебойный камерный снаряд, разумеется, по-моему, он самый, соответственно, лучший. Тупоголовые пробивают 142 мм и 123 мм на 500 метрах. И, в общем-то, ими и предстоит нам пользоваться. Они прекрасно справляются с пробитием и тигров и пантер. Пантер особенно тигры при довороте пробивать довольно тяжело все-таки. Но в целом большинство противников, которые мы встречаем, для нас угрозы не представляют. И даже те же самые королевские тигры в принципе пробить можно. Хотя, конечно, у них шансов у нас уничтожить в разы больше. Также есть еще подкалиберные снаряды с пробитием в 180 и 136 на 500 метрах. Это, по-моему, бесполезные снаряды. Нам они не пригодятся. То есть весь геймплей сфокусирован около каморников. И в чем же суть? У нашего тупоголового каморного снаряда 164 грамма взрывчатки в снаряде. Это означает, что развоплощает он будь здоров. Ну и, собственно, с орудием на этом можно и заканчивать. Перезарядка его у меня без какого-либо прокачанного супер экипажа 8,6 секунды. То есть можно раскачать где-то до 7,5 секунд приблизительно. При этом углы вертикальной наводки минус 5 и 25 градусов. Это довольно достаточно, как для советской техники. Конечно, вызывает иногда неудобства, но тем не менее. И к орудию претензий вообще нет. Баллистика у него довольно адекватная. Ну, скажем, нехорошая, но достаточное. И больше никакие аспекты, связанные с ним, в качестве плохих выделить нельзя. Ну, пробитие, может, хотелось бы побольше, но это уже, знаете, такая отдельная тема. Извините уж, если бы было и пробитие там миллиметров под 180-200, это была бы лютая имбища. Хотя недостатков ИСА это все-таки не отменяет. Его бронирование стало лучше по сравнению с предшественниками типа КВ и, соответственно, составляет 100 мм нижний бронелист во лбу, 120 верхний бронелист, 60 переходный там бронелист, но он под огромнейшим наклоном, туда практически никто не попадет. У нас есть башня, 100 мм лоб щеки, это, так скажем, самое уязвимое место наряду с нижним бронелистом. Ну и есть еще погон, в который тоже могут заслать. Там у нас чисто в теории тоже 100, но опять же без наклонов. И есть щеки, из-за этого потанковать, соответственно, с косами не получится. Там тоже 100 мм. По 100 мм, по сути, максимальная броня Иса в любом положении можно найти, как бы, как попасть в эти самые 100 мм. И, соответственно, ничего он не должен держать. Теоретически. Но когда стреляют, из-за рикошетной формы лба, как башни, так и корпуса, часто снаряды отскакивают. Конечно, это не из 44 -го года, второй, у которого броня получше будет, но для 5.3 его бронирование более-менее неплохое. Оно может держать орудие 5.7 и ниже. Конечно, не всегда, опять же, то есть это больше зависит от того, как вы успели дернуться перед выстрелом противника, предугадали, куда он будет стрелять или нет. Ну и, соответственно, рикошет получился или нет. В целом, можно сказать, как удовлетворительное бронирование. Проблема в том, то, что у нас внутри, а извините, это механик, зажатый в обнимку с топливными баками, ну и три члена экипажа в башне, плюс бы укладка на полу боевого отделения. Короче, абсолютно куда ни плюнь, везде у тебя что-нибудь взорвется, и если пробивают, то обычно это приводит к печальным последствиям, разве что если в башне каморник взорвется, то есть шанс, что там один из членов экипажа выживет, и тогда ты как бы останешься на плаву, имеется в виду в башне. И в итоге получается, что живучесть ИСа первого, ну такая, скудная, то есть э, ставить его в один ряд с тем же самым тигром, ну точно нельзя, поскольку ИС живет хуже при пробитии. Но при этом его бронирование в целом, ну плюс-минус то же самое, хотя ромбовать-то конечно было бы удобно, у нас этой функции нет, так что чуть-чуть хуже. Подвижность здесь тоже неоднозначная. 520 лошадей на 44 тонны. Вперед-назад едет очень бодро. Кстати, назад это вообще отдельная тема. Откатываться на исье одно удовольствие. Проблема в том, что поворачивать он не хочет. Это такой трамвай, что это доставляет огромное количество проблем. Настолько неудобно, насколько это возможно. Есть определенные хитрости поворота, которыми можно пользоваться, но даже они не спасают. Потому что, ну, неудобно. Он реально дубовый и неповоротливый. Если ехать вперед-назад, то окей, а вот как куда-то завернуть, то до свидания. Поэтому... Конечно, можно считать из относительно подвижной машиной, но если ты в городских условиях собрался повоевать, то, скорее всего, башню ты там довернуть не успеешь, и тигр какой-нибудь это сделает первым, просто за счет того, что ему это удобнее. Кстати, скорость поворота башни 11,7 градусов в секунду. Это как бы не совсем мало, но тоже приятного, короче, в этом нет ничего. Было бы градусов 20, можно было бы о чем-то говорить, а у нас, извините, всего 11. В общем и целом говоря, есть, видите, компромиссы, но машина хороша, особенно он ну, за счет орудия, то есть есть возможность убивать противника, на ней добираться до каких-то все-таки точек, и больше-то что еще надо, броня иногда спасает, подвижность плохая, но жить можно. Поэтому к КСУ нареканий вообще абсолютно ноль. Единственное, что он на одном боевом рейтинге находится в ст с Д5Т. И вот здесь уже встает определенный выбор, ну как бы 34-ка по маневреннее, по мобильнее, с тем же самым орудием по большей части. И я бы конкретно выбирал ее. Ну а насколько ваш выбор, эээ, ну, похож с моим или нет, ээ, тут уже другой вопрос. В целом, ис 1 сейчас приятный, очень приятный танк. Играть на нем можно, играть на нем даже нужно, если вам хочется реально на таких БРах на чем-то комфортном поиграть, то это действительно у советов машина действительно неплохая и приятная. Да вообще боевой рейтинг около пятерки у советов прям какой-то прям такой имбовый и хороший. Поэтому смело могу рекомендовать. Тактика боя здесь довольно проста. Это, собственно, стараться на себя огонь не привлекать, хотя иногда где-то что-то конечно, но зачастую нет, поэтому плетемся либо впереди, но осматриваясь, либо аккуратно там с каких-то неожиданных позиций отстреливаем противника и радуемся жизни и ваншотом. На этом на сегодня все. С вами был Крюга ТВ. Если видео было вам интересно и полезно, ставьте палец вверх. Если нет, то это очень печаль. На самом деле я постараюсь в следующий раз лучше. Так что авансом еще раз поставьте палец вверх. Поняли? Ну вот. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.